никто ничего не празднует. Но действительно погибших они склоняют головы, конечно. Я только дополню, когда 9 мая проходили вот эти празднования Победы, господин Пулкс вместе с гардой стоял около музея оккупации и требовал деоккупации и вывоза оккупантов из Латвии. То есть это уже чисто отношение политика к тому, как надо разделять общество. То есть здесь Пулкс так очень мягко говорит. А тогда он вместе плечо на плечо гарда, оккупанты убирайтесь. Там за плакатами господин Пулкс стоял. Так что он показал, какое его отношение к этому. Господин Пулкс был такое? Насчет все-таки надо фактов. Меня пригласили на этот мероприятие представители Латвийского политического репрессионного объединения. Он член правления, он сказал, что будут они протестовать как раз о высказывании господина Рубикса, который он высказал на 1 мая, который он вообще одобрил депортацией 1949 года. Вот это мне неприемлемо. Если это приемлемо господину Америксу, то пусть он сам отвечает. Мне сказали насчет того. Я и пришел насчет этого дела. Насчет всего другого, я не знаю. Кричали про деколонизацию? Я был там очень короткое время. Во время, пока я был там, там никто ничего не кричал. Следующий вопрос. Я только отмечу один момент. Я считаю очень важным одно сказать. Мою бабушку и мою маму 14 июня 41 года от станции Щиротова направили в Сибирь. Я также имею право на решение. И господин, я не знаю, какие родные у Пулкса, но не трогайте друг друга. Я имею право на такую же точку зрения, потому что мои близкие родные, моя мать тоже была там же. А вас высылали, кстати, кого-то в семье, господин Пулкс? Высылали у вас? У меня никого не высылали. Подождите. Но не надо тут плакать. Так что я не плачу. Я 49-го года. 49-го года. Вы сейчас упоминаете о деоккупации или оккупации. Не плачьте, господин Америкс. Ну как вы можете быть в одном списке с однопартийцами господина Рубикса? Если вы в одном списке с ними, значит вы поддерживаете эту точку зрения. И, кстати, ни один из вас еще не сказал, что господин Рубикс не прав. Значит, вы поддерживаете эту идею. Извините меня. Мне очень жаль, господин Пулк. Я не думал, что ваше интеллектуальное, скажем, понятие вот этих событий настолько низко. Давайте следующий вопрос. Вы поддерживаете депортации или нет? Вы согласны, что там была оккупация в 1940 году? Я с вами это не собираюсь обсуждать. Ну, значит, он поддерживает. Следующий вопрос. Обсудите друг с другом или просто ответ на вопрос. Гей-парад в Риге. Парад сексуальных меньшинств. Господин Пулкс, давайте с вас начнем. Должно быть такое мероприятие или нет? У нас, я уже один раз сказал, в Конституции есть то, что люди... Свобода собраний. Свобода собраний. Так что надо это место найти, но это не надо было бы в центре города. Господин Америкс. Я не поддерживаю такие мероприятия в Риге. Соответственно, если была бы моя воля, такие мероприятия не проходили бы в Риге. Господин Пулкс, бесплатный общественный транспорт всем. Эта идея, правда, первая озвучена не вашей партией, но другой правительственной партией, но рано или поздно она, так сказать, в предвыборных речах тоже всплывала. Бесплатный общественный транспорт для всех. Поддержите эту идею? Мы поддерживаем бесплатный проезд пенсионерам, мы поддерживаем бесплатный проезд инвалидам третьей группы и бесплатный проезд школьников и профсоюзных школ. Насчет того, что все... То есть то, что сделал Ушаков, да. Вы за это голосовали? Мы за это проголосовали. Да. Насчет школьников, это была вообще наша идея в 2010 году, но его поддержали в 2012 году. Ну, слава богу, уже поддержали. Но насчет остальных, я думаю, что нам надо дискутировать не о всем, но надо дискутировать действительно о группах, которые можно сейчас сказать, что они ущемлены. Во-первых, работающие пенсионеры. Я думаю, что им тоже надо ехать бесплатно. Господин Америкс, бесплатный общественный транспорт для всех. Ваши отношения? По той схеме, которая сейчас работает Рига Сатексме, это не предусматривается. Мы изучаем опыт Таллина, где такое введено.
для того, чтобы такую систему ввести, она в Таллине относится, скажем, к всем декларированным в Таллине. То есть, если все рижане, которые декларированы, имеют право ехать, остальные нет, тогда это опять, ну, будем так, разделение на две части. Мы сегодня идем на социальные группы, помогаем им, то есть школьники, инвалиды всей группы, это пенсионеры. Мы идем на это, по этому направлению. Развитие предпринимательской среды, очень коротко, господин Пулкс. Вот что вы видите, что непременно нужно сделать в Риге, чтобы, ну, не социальные пособия требовали люди, а чтобы они могли начать свое дело? Чего не хватает? Вот это хороший вопрос. Потому что у нас надо развитие, надо искать инвесторов. Я читал в газете «Дена», как работает Вильнюсская городская дума. Там, если есть большой инвестор, сразу ему чиновник от Вильнюсской думы, работая с ним вместе, чтобы он никуда не пропал, чтобы он действительно в Вильнюсе и работал. В Риге такой группы нету, к сожалению. Надо делать все, чтобы наше производство в рижской экономике выросло от 8% сегодня до 16% в будущем. И тогда будет и рабочие места, и еще зарплата будет гораздо выше, чем сегодня. Господин Америкс, развитие бизнес-среды в Риге? Обязательно, но она развивается и сейчас, и мы будем делать все возможное через туризм, через способствование разных проектов. Но просто голословные эти обещания, вот надо улучшить. Сегодня правительство ничего не сделало, чтобы она в Риге была более привлекательной. То, что касается каких-то дополнительных активностей, вот скажем, для развития туризма Рига каждый год вкладывает 3 миллиона. Спросим, сколько государственный бюджет вкладывает, я понимаю, несколько десяток тысяч латов. 3 миллиона, несколько десяток. Вот разница в том, насколько сегодня есть интерес к тому, чтобы развивался город. Утепление домов и в связи, может быть, на понижение налога на добавленную стоимость на тепло. Этот вопрос, значит, ну, большинство парламента, как вы помните, отклонили. Утепление домов. Утепление домов – это единственный способ, как снизить платежку за тепло. Единственный. Мы даже думаем, что если утеплить дома, на 50% ниже надо будет платить. Это очень большое дело, которое надо сделать. К сожалению, сегодня Рига с нам породных, в Риге не утеплил ни один жилой дом. И вообще в Риге утеплено меньше домов, чем в таком маленьком городе, хорошем, приятном, как Валмера. Это надо очень быстро делать, это надо создавать специальный фонд для жилья, в котором вкладывались бы деньги, от этого бы утеплились дома. Потому что надо снижать зарплату за коммунальные услуги. Господин Америкс. Ну, я могу сказать только одно, чтобы это делать, во-первых, надо более половины, 51% каждого дома, квартиры должны принять такое решение. И Венут всегда говорит об этом, но они не говорят второе, что хоть и половину оплачивает Европейский Союз, вторую часть оплачивают сами жители. И если сами жители не готовы на это или не уверены в этом, что это им нужно, в таком варианте, как это предлагается, к сожалению, это ситуация, которая больше единства на словах. Мы за то, чтобы это было, мы готовы все юридические условия, энергоаудиты представить. Но жители, когда они принимают решение, для такого 602 серии дома, ну, скажем, 100 квартир, да, это около 300 тысяч латов, да, это очень серьезные деньги. И половина, хоть и европейские, а остальные полторы, ну, 150 тысяч, это жители. Ну, Андрес, ну почему в других городах можно, почему в Риге нельзя? Ну, это же надо нашим людям, чтобы они меньше платили бы. Господин Полк, вот еще один вы, я считаю... Не надо их... Их надо боязнь. Заставить, что Нет, ли? Нет, почему их надо, им надо разъяснять. Ну, вот. Потому что вы же хорошо что знаете. Что вы сделали за вы эти 4 года? Знаете. Как вы разъясняли? Вы же хорошо знаете, что не надо будет никакую квартиру никуда не вкладывать. Не надо будет никакой персональный займ делать. Ну, вы в таком же убеждении, вот поговорите с рижанами. И они будет, как-то вам не верят, конечно. Потому что вы уже несколько раз подвели. Мы же самые главные в Риге сейчас. Пока. Вы подвели
рижан настолько, команда Домбровского, что они вам просто не верят. Почему вы все время правительство? Давайте говорим о городе. Ну как, сейчас в Ригу идет команда Домбровского. Мы все время читаем эту рекламу, команда Домбровского в Ригу. Там же нет больше никого, ну, команда Домбровского. Реклама работает. Реклама сейчас будет, а я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы весь этот час дебатировали в студии телеканала РЕН-ТВ Балтия. Спасибо. Спасибо. Я благодарю вас за внимание, за ваши звонки. Звонки с этой секунды больше не принимаются, а итоги голосования вы видите на своих экранах. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра мы не будем говорить о политике, а будем говорить о городе, потому что рижский марафон Нордеа уже в это воскресенье, а в нашей студии будет замечательная спортсменка Елена Прокопчук. Оставайтесь на РЕН-ТВ Балтия. До свидания.